Друзья, всем привет! Наконец-то распустилась в полный распуск. Ну, почти что. Вот еще один бутончик у меня остался нераскрытый. Моя брассия, мой паучок. Наконец-то я его увидела живьем. Распустился он у меня примерно 1,5–2 недели назад. Я хотела вам показать, но потом решила дождаться, когда распустится побольше бутончиков. Вот такая вот красота, вот такая вот прелесть. Бедная бульба наклонилась. Я ничего не подставляла, потому что я боюсь повредить корни. Я имею в виду, я не подставляла, чтобы придерживать как-то цветоносик. Мне не хотелось, я боялась повредить корни у бульбы. Вот такая вот прелесть. Мне очень она нравится. Она очень красивая. Ароматы я у нее вообще не заметила. Ни днем, ни утром. То есть она вроде как не ароматит. Цветочки очень необычные. Очень необычные. Такие вот. Такого размера. Очень красивые. Очень. Я так рада, что у меня есть такой красивый цветочек. Такая красивая орхидейка. Она очень необычная. Это просто фантастика какая-то. Такие вот паучки. Сейчас вам покажу поближе, как они выглядят. Они даже как будто вот все равно разненькие какие-то. Не знаю, вот что означает то, что тут нижний лепесточек, да, у кого-то он открытый, у кого-то он закрытый. Вот у кого-то он открытый. Не знаю, что это означает. Такая прелесть. Вот так она выглядит. Красотища. Необычайная красота. Ну, что еще я хочу сказать? Она у меня, брассия, появилась, сейчас скажу, в сентябре 2019 года. Получается, у нас сейчас май 2021 года. Значит, ей почти нужно было, ну, чуть меньше 2 лет, да, для того, чтобы она зацвела. Касаемо бульб. То есть такая вот красивая у нас стрела, она вся цветет, все хорошо. Касаемо бульб. Это новая бульба, да, которая дала цветонос. Вот эта вот бульба тоже выросла у меня. Когда я ее получила, у нее были еще бульбы. Старенькие бульбы, они высохли, и я их, ну, убрала. Значит, вот эти вот две бульбы точно выросли у меня. Вот эта вот бульба, у нее было, наверное, 3 бульбы. Вот одна из них прям старенькая, она высохла. Я ее, ну, убрала, потому что сухая. Зачем сухостой этот нужен, да? И получается, когда я ее купила, у нее было 3 бульбы зелененькие. И она уже цвела, потому что у нее вот тут вот... Или не цвела, или я перепутала. Ну, в общем-то, наверное, я перепутала. Либо у нее на другой бульбе был цветонос. Мне почему-то кажется, что у нее был... А, вот она, вот он, вот он. Вот она бульба. Я вам вообще неправильно говорю. Ну, у меня... Я когда ее купила, я их купила в тот период 2 цветочка. Брассию и изикапиталум. И вот, видимо, я перепутала. Вот у изикапиталума точно я убирала, уже удаляла старые бульбы засохшие. А вот здесь вот, видите, значит, она вот есть. Получается, я когда ее купила, у нее была вот 1 бульба, 2, и вот это вот 3 бульба. 2 бульбы она вырастила. Но если учесть то, что она у меня... Получается, почти 2 года, значит, она растит бульбу в год. Ну, в принципе, ой, так же, как и мой башмачок Венерин. Также 1 бульбочка в год,
один раз цветет и так далее. Ну, вот эта вот бульбочка у меня не зацвела, возможно, она пребывала в стрессе, я не знаю, не могу пояснить, я не знаю, ничего такого особенного не делала, никаких мер вообще не предпринимала для того, чтобы она у меня зацвела. Поэтому я не могу сказать, то есть поливаю я ее как обычно, ну, то есть по мере высыхания. Вот у нее корни, да, вот сейчас ее нужно будет поливать. Ну, сейчас тепло, поэтому как бы уже они, а еще и она и распустилась, то есть она пьет как бы много, да. Но у меня в горшочке есть керамзит, и у меня там водичка есть, поэтому в принципе влага какая-то испаряется. Сегодня я еще не поливала, вот сейчас займусь поливом. Вот такая вот у меня красота. Что еще про нее рассказать, не знаю. Ну, в общем, считайте, ей почти 2 года. Годик она у меня посидела. Да, и вот в этот год она меня решила порадовать, показать себя во всей красе. Такая вот прелесть. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Кому не понравилось мое видео, ставьте дизлайк. Всем пока!